Неугомонные ребята поехали в гости в соседнее село. На дискотеку? Да. Обычно какой-то, да, по-любому. Так он так и будет? Поехали в часовеньку, в клуб. Останавливайся. Давай, какая, на зиму. Минус 30. Сейчас скрипка-то нету, давай поскорее скажу. Вот здесь сейчас сырокуля такая. Да? А ты не знал? Блин, ни раз так не делал. У меня не было такого льда еще. Что, все? Залезай. Ничего не видно. По приборам не видно. Мы в Митино приехали открывать зимний сезон рыбалки на Захарова. Дорога такая у лесорубов. Вот ручей из Захарова. И вот он там дальше впадает в Нелингу. Тут еще дорожка накатана. Практически старая постановлена дорога, можно сказать. Только без заворота, без поворота вон туда, в магазин. Сейчас ребята уже пошли на лед. О, птички! Вон тут взлетели. Наденька здесь рассекает. Сказал, что есть птички, все, смотрите, блин. И забыл, что на рыбалку. Костя, а там не выйти, думаешь, да? Меня так торопили, что я забыл взять с собой сапоги. Вот следы Кости. Собирается где-то выйти на лед. Костя, ты где? На льду уже? А как это-то так? Уж нифига себе. А воды-то в озере завались. Ничего себе. Ты уже дырочку просверлил? А я ведь не снял. Я иду смело, я просто не хочу, чтобы дергалось. Стабилизатор. О, это кто? Так это глубокое озеро. Ребята, это первая лунка в этом году. У меня, слушай, он такой, мне там сразу же оттаскивают. Вот такая толщина льда. В принципе, уже можно сказать, что безопасно. Ничего себе, а ты еще не наживил ничего? Будешь перенаживлять еще?
Надо было стульчик взять. Все хуже и хуже, все хуже и хуже. Вот Костя наживил чего-то. Открою секрет, у него удочка для зимней рыбалки на льду. Ну, на вагу там, корю. Что делать это? Что было? А как ты почувствовал? По руке? Может, там травина какая-то? Пробуй повыше чуть-чуть. Съели, наверное, там червята или что-то там садили. Там у нас ходит по лесу охотник. Сейчас накормит нас сегодня дичью вчерашней. У нас там еще, кстати, видишь, это самое. Сосиски есть, и курица не вся доделана была. Меня обманул, наверное, все-таки. Фига глубина. Пусто. Сюда выходит. Как вы рыбу-то пристреливать, чем будем? Ну ты даешь. Настоящий рыбак. Надо было коврик-то из машины взять. Ой, он идет, трещит кто-то под ним, он же 120 килограмм. Так ты 120 килограмм. Я даже вон к Косте не подхожу. 10 сантиметров вот такая. У Кости поклевка была. Блин. Так ты выскочил, там как раз вон дырка какая-то пробита. А, кстати, точно. Такое ощущение, что это выдра. Или бобер. Нет, скорее всего выдра. Видишь, следочки-то выдрячие, по-моему. Вот это? Ну что, никого не стрельнул? Тебе надо было вот дорога, которая туда уходит, вон туда, вот по ней туда сходить и подняться наверх с ружьем. Тихонько по дорожке. Там на той дороге точно есть эти птички. Ну, тебе блесенка, тебе надо ей поигрывать все-таки. Ну, одного этого съели. Но здесь дна не достать. Больше 5 метров. Да? Озеро глубокое. Не, на самом деле можно сюда запилиться на пару дней. В плане того, что заехали, половили на удочке, жипсов поставили, да? Более сюда вообще можно не на каракате, а на машине приехать. А, достал дно? А, он дно достал, понял? Он достал. Он достал всех своих рыбак. Первый раз вижу Костю такого заядлого рыбака. Ничего там облака-то низкие. Сделай дырку поближе к берегу. Расскажи пальцем, ткни куда. Так, тут речка. Может быть, попробовать. Слушай, он тут тоньше. Да. Да, тут тоньше 2 раза. Тут видишь ручей. Ага,
качается. Костя, переходи. Он там тебя ждет. Я вот часть снаряжения твоего утащу. Видишь, какое-то животное здесь подводное живет. Смотри, какие маленькие следы. Смотри, сейчас березы капает. Красотень. Здесь тоже можно лунку сделать и ловить. Да, тут, конечно. Вот надо найти эту самую ягоду красную. Эту, рябину. И петельку сделать. Тут-то помельче. О, ес, вот ты где. Я что, тебе зря, что ли? Это не окунь, окунь. Я рыбился. Да, а ты-то открыл сезон, тебе хорошо. Интересно, я записываю это дело или нет? Сразу же. Ой-ё, сегодня уха будет, наверное. В общем-то, не то слово. Придется уху сварить. Жище. Далеко от дна, недалеко. Оп. Вообще мазута. Ты не путай это. Руки светлые. Не темные, не негры. Хорек тут бегает. Моет гениталии. Получается, что здесь нет, надо. Ну, тут берег идти как-то. Уже темный лед уже что-то как-то. Не хочется. Впечатление, что там что-то работают. Что-то работают там. Пилят лес. Луночку тебе пробить. Это другую удочку. Давай я подержу, а ты другую удочку просто сделаю. А я эту подержу. Приобщусь, так скажем. О, так слушай, это у тебя уже готовая удочка. У тебя вон черная эта мушка, она привязана или просто здесь? Да. Ну так все тогда, насаживай давай. Какая-то фигня. Спец на базе. Вот уже для ухи три окучка. Ну у нас есть это. У нас есть такая-то. Белая-то. С крышечкой. А? Ну, постоянно кто-то орет.
Лучше Тамара. Так, прикололись, нормально. Сорожка хорошая такая. Не, ну ты хотел открыть сезон? Открыл? Все. Давай собираться. Говоришь, что эховод включил? Ага. Сейчас подошла, вот сейчас будет. Давай. Раз, два, три. Клюй! Мозгоклюй. Ну что, мы тут сезон открыли. На троих поймали. А? Сматываем видео. Все, видите. Мы поняли, что рыба здесь есть, что сюда можно ехать на зимнюю рыбалку. Надо спиннинг собрать. Ой, спиннинг. Прям мерз. Уха, уха. Так, во что нам сложить рыбу? А во что потом будет складывать снасти? Давай вот в этот пакет рыбу положим. На, это нормально. О, пакетище! Опа-на! Ой, выпрыгивает, выпрыгивает. Ой, какое! Ой, блин, наваристая такая будет. Уха! До свидания, Захарова! До свидания, кормилица! Как без тебя бы мы не ели бы ухи. Не дали бы. Да, сейчас посмотрим, какая на вкус эта рыба. Что, захлопнуто, да? Туда бросай. Приедем, вытащим и все. Я думаю, что не будем больше сейчас дровами заниматься. Да, я имею в виду загружаться. Там с той стороны сугроб, конечно. По зиме, вот здесь вот это самое, вот эти вот березы, ограде в этих, в тетерах. Но... И косачи вон там. Да, да, да. Мы едем, а они сидят. Мы подъезжаем, они перелетают. Фиги нам показывают издалека. Сейчас по земле где-нибудь прыгнутся. Да, да. Они под этими, под елками, под маленькими, низкими. Гудбай, гудбай. Привезем мы сюда рыбаков. В Гухазинье. Скажем, не знаем, не знаем. Видео есть. Чёрт, блин. Пожаловали, что ли? На губу отправили.
Побежишь, может, на рыбалку. Ага. Парыши, черви. Короче, проверили на Захарова, окунь есть, сорога есть. Сорога вот такая. Окошки такие 4 штучки поймали. Просто уж как бы типа нам неохота задерживаться, уже темнеет, да. А, мочится. Домой сегодня, что ли? Не, вот, туда сейчас домой. Надо укус варить. Хорошо, что жил и здоров. А то все никак рецепта не могу найти, чтобы как в анекдоте. Почему чаще умерла? Да грибов наелась. Да, либо еще не все обсосал. Не ловил ни разу? Только на угловатом. Не знаю. Толкнешь? Если накатит, то еще подморозит, подморозит. Так что лучше после обеда ехать. До тебя доедем, и потом после обеда дальше, если не сможем. Еще же можно будет это самое на реке половить. Если подняться не можем, так пошли рыбу ловить дальше. Все, давай, до завтра. Ну, вообще капитально стало лить. Лопаткой пройтись там, это самое, сыпануть маленько, ковырнуть. Хуже не будет. Да, Саша? Не могу отвлечься, там очень скользко. Ага. Слизкая дорога. Да. Мы сегодня закрыли летнюю рыбалку, открыли зимнюю рыбалку. Да, все. Летнюю мы закрыли без результата. В результате чего мы пошли на зимнюю рыбалку и наловили рыбы на уху. Вообще просто пушка. Евгений? Все понял. Немногословно. Краткая сестра таланта. Я полностью согласен с предыдущим оратором. Да. Я даже на лед не зашел, потому что я якорь бил. Нифига, ты был на льду, я видел. Запущено. Мы слышали. Как ты выходил на лед? Вот все испортил, да, Андрюха, нам настроение. Он взял и сказал, как город-то подарился, все. Вот мы бы не думали, нормально выехали, да? Да, теперь видишь, я... Да, теперь он думает об этом, да? Да вообще плохо, лопату заранее приготовим просто и все. Очищенная рыба только что сама просилась в уху. И что вы думаете? Вот сейчас дострогаем морковку, основной ингредиент нашей неринские ухи. И все у нас будет. И вот такой большой мы чан сварим. Тут уже лучок, картошка, перчик. Сейчас добавим морковку. Макароны, да? Макароны это Третьяков. Мы без Третьякова. Потом надо топорик еще туда замочим. Да. Топочка. Картошечка сейчас сварится. Чего ты не снимал бы? Это прикол, блин. Мама, ну я же блогер. Рыбка уже все, готова. Костик неугомонный, побежал. От него уже чурочки убегают, а он все равно догоняет и колет. Прикольный парень. На улице дождь. Вот такая фигня, блин. Может тебе помочь?
никто баньку не топит. Что же это было?
Да. Я на поле не пошел, там свистят рябчики. Я тебе серьезно говорю. Самое смешное то, что там нет никого. Никто не свистит. Вон там. Вон там. А там на поле свистят. Подходишь, и там они уже... Нам расколоть его поможет. Да, погода шепчет. I love you. На кого? Костя, на кого? Надо, пока не сильно взмокли. На кого вы? Зачем? На пилораму, что ли, подбирает. А? Подбирает-то надо? Да. Сейчас, сюда, сейчас прямо сюда прилетят. Альпийского пастуха спел, сосвистел. А, да? Марикон. Да. Понятно, что непонятно. Догадайтесь, чем мы сейчас занимаемся. Да, вот. Нет, нет, мы не жрем. Нет. А как, да? Некогда. Некогда. Заготовим, да, да. Вот картошечка у нас.
Тут у нас миско. Тут у нас лучок, чесночок. Еще что-то тут. Сальце. Вот так вот. Опять чего-то будем готовить. Картошку надо шинковать, вон. Две. Будет разного вкуса картошка. Нарезана так, нарезана сяк и на перекате. Вау! Да. Ну, давай кому-нибудь передадим привет, что ли? Кто-нибудь, всем привет! А ты, Женя, знаешь кого-нибудь, кому надо передать привет? Нет, я не знаю. Я тоже вот уже не знаю, от кого тут еще нужны наши приветы. Тетя Люся, привет! Тетя Люся, привет! Не ругайся! А, у нас же кто, постоянно посмотрите на нас. Женька из Кинцеха. Женька, привет. А потом у нас еще смотрит. Да сейчас много кто смотрит. Нет, сейчас никто не смотрит. Сейчас все просто глотают слюни. Они слушают просто шипение. Как что, Надя, постановка что ли? Готовка, форма? Да. Вот так вот не делайте. Это секретный ингредиент. Будете все спрашивать, что, да что. А вот просто мы сами не знаем. Это очень мелко написано. Ну тут соль, точно. Соль я уже добавил. Давай, сыпь, сколько там надо. Костя здесь продолжает бороться с дровами. По течению. Обязательно. Это самый главный хитрый ингредиент. Девушки, женщины, которые готовят, если у вас не получаются вкусные супы, вы просто готовите не на той воде. И не в том месте. И не в том месте. Да. И не теми руками. И не то готовите. Вы вообще не готовите. Давай закрывай крышкой. Все. 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 Закрывай крышкой, а то слюна идет. Да. Сколько у нас секретной посуды? Цена ему всего лишь. 3 копейки. Нет, это вот сейчас скажу. 80, рубль 60. Рубль 66 или вот 68. Короче, Пермь. Капусту-то что будем? ПМЗ. Шипит, шипит паровоз, идет паровоз, скоро придет.